Всем привет! С вами Женя из Binding of Isaac Repentance Epiphany мод. Мод Epiphany добавляет прикольных персонажей. Вот. Запятнанных или как-то там еще. И открыт у меня только Isaac. Там сделано, по-моему, уже на данный момент очень много персов, просто их надо... Вот, как-то открывать. Ну, изначально открыт Айзик, так что пойдем за него. Пойдем за него поиграем, посмотрим, как, что, кого. Разберемся в процессе. Погнали. О, вот так вот сразу. Сходу начинаем. Короче, Айзик здесь у нас, видите, вот как будто бы он как порченный Айзик. Может носить только 8 предметов. Чё кого, ходить туда-сюда, стрелять, все как всегда. Предмет на пьедесталах не меняется. И сбрасывать просто так предметы он не может. Он может сбрасывать их только за счет вот своего кубика, который у нас в правом нижнем углу. Вот, предмет, который я хочу поменять, разбивается на два похожих или похуже, и я выбираю один из них. Короче, как-то так работает, в процессе поймем, разберемся. Гипер только вышел, ну вот, как раз поиграем, посмотрим. Итак, пока все классно. Давайте тут взорвем. Мне кажется, пока что это будет походить на обычное прохождение. В основном. Что-то мне так подсказывает. Так, как бы вас так, парни? О, класс, он там сам сгорел. Это хорошо. Я как раз хотела сделать небольшой перерыв с челленджами. Хоть в них играть и классно, но я соскучилась и по обычным этажам тоже. Правда, я планировала просто походить, но раз уж уже не первый раз предлагают поиграть в этот мод, спасибо за рекомендацию. Вот, ну короче, да, Epiphany мод. Я тут одним глазком поглядываю в чатик, чё кого. Так, какульки, не опасны, милые маленькие какашки. Здесь тоже есть свои достижения, свои анлоки каких-то предметов. Конечно же, не за одно прохождение, а за целую пачку прохождений. Ну, как за альтернативных персонажей. Там, знаете, надо половину листа закрыть, только тогда ты что-то получишь. Ой, как ты меня классненько откинул. Я как раз хотела выбраться. Только сначала надо пауков замочить, а то они умеют по диагонали прыгать, бегать и сквозь стены проходить тоже. Или спускаться с потолка. Вот этого я боюсь больше всего. Так, а это что? А это тупик большой, да? Класс. Зачем я тут? Нужны ли деньги? Так, сердце главное не забыть потом на выходе. Так, стоп, тут тоже тупик. Ну, пойдем тогда вниз. Хорошо. Я думаю, он поможет мне взорваться. Жаль. Думала, бомба дотянется и бахнет. Ну, здесь есть бомба, только толку нет. Стереть их всех. Ладно, нам надо выбирать самые крутые предметы, да? У нас еще золотой не было. А вот и золотая. ХПшка! Я толстый парень, которая разрушает все вокруг. Ну, слушайте, это, кстати, неплохая штука. Я, правда, медленным стала, но зато я теперь могу сломать вот это. Можно, в принципе, и сердечко сразу забрать. Можно камни потоптать. Я так чувствую, что я сильно никуда так не успею, да, если буду так ходить. Ну, ладно, это же просто игра. Вообще, так-то мне за обычных персонажей надо бы проходить. Пытаться. Ну ладно. Ну, сколько денег. Класс. Я еще пытаюсь найти подвальчик. Конечно же.
Хотя не всегда под мальчик генерируется. Одна фраза в секунду. Сегодня я говорю так. Так, я краем глаза вижу, что какие-то обсуждения в чате происходят. Надо бы почитать. Ну, да, то, что важное, полезное, да? Ладно, пойдем. Ну, мне пока нравится то, что он давит. Все, сейчас надо все камни раскрушить, а потом воспользоваться кубиком. Целых 10 монет набрала. Думаю, что можно здесь бомбу забрать и пойти дальше. Ну, да, как он медленно. Против пауков это, конечно, боль. Гоуп. Так. О, ты как тут оказался? Ой. Так, это я поторопилась. Ладно. Давайте как-нибудь красиво вдвоем взорвить. Нет, походу нет. О, так, и у нас остался там где-то паук, да? Теперь можно все давить, а то... О, я же говорила, вот он. Подвальчик. Обмотки лазеры. Хорош, наверное. Ой, парень, ты мне сердце не сбей. Ну, ё, да уйди, почему такой? Какой он вообще просто кошмарный. Мне кажется, надо обмотки лазера скидывать. Интересно, а здесь он лазером каким станет? Ау! Лёгкая монстра! Или 5 бомб. Так, после использования кубика ломается, чтобы его починить, нужно пожертвовать предметом. КПАПом или другим не нужно. Блин, ладно. Но не из этих. Интересно, что взять? Кидаться как монстры или все-таки стрелять? Ой. Ой, прям вот так. Ох. Монстр? Давай, монстр. Ух, что это с ним? Вот эта цепь неплохая, кстати. О, как-то кроваво, да? Прям так стало. Это тоже прикол мода? Он какие-то штуки добавляет? Красочные сюда. Вот так эту беспощадную игру. Давай. Так. Золотой ключ, спасибо. Pound the. Ну давай, охоться на меня, охотник. Он только когда полностью заряжен, да, этот монстр работает? Я что-то уже... Я так давно не попадался. Опять он хотел лазер кинуть, но... Подожди, а этот... Это я жертвую этим предметом, да? А если кубик зарядится? А нельзя каким-нибудь предметом из магазина пожертвовать? Нет, так не работает. Я просто не знаю.
Можно, да, но потратив деньги. Перс можно, остальные немного понятнее. Придется жертвовать своим шприцом. Ну, жертвую, что я могу сказать. Спасибо, кубик. Шприц, может, было бы неплохо. Но успела бы ли я собрать 3 шприца? Вопрос. Ладно, посмотрим. На. Давайте зайдем в эту комнату. Может быть, его и переработали. Тащись-ка сюда. Вот сюда. Вот это тоже сюда. Сколько взрывных ящиков? Как классно. Одна бомба, куча ящиков. Надеюсь, в этих ящиках тоже бомба. Давай, тащи. Бдыщ! Вау! Вау-вау-вау! Берем. Берем. И это все берем. Так, а это шанс планетария 24%. Но это надо пропускать, да, эти золотые, да, комнаты. Заряжаемся. Я не хочу менять, кстати, вот эту штуку. Шар. Ну классно, за него встаешь и защищаешься от пуль. По-моему, пока неплохой вариант. Плюс вешалка мне попалась, тирсап, я побыстрее заряжаю. Так, что здесь у нас? Перст судьбы. Фингер. Давай возьмем. Я не против. Пока меня все устраивает. Пилюля. Я нашел пилюлю. Ну, смотрите. Затыкался. Вау. Так, давай в маленькую. Кто ждет меня за этой кнопкой? Спуск на следующий этаж. Пауки. Бомба. Так, 11 монет. Маловато. Ну что ж ты там делал, а? Не пропукай сделку, не пропукай сделку. Кря, кря. Такие червячочки милые. Маджишн. Неплохо, неплохо, кстати. При подъеме монет 25% шанс ключ заиметь. Может взять, пойти наверх, там как раз куча ключей понадобится. У меня уже такие большие планы, что я наверх пойду и все такое. Мне просто кажется, шанс найти планетарий как-то невелик. Так, опа, а он 3 сделал, я видела. Давай! Блин, палец вообще огонь. Круто, мне нравится. Долетел до меня все-таки.
О, дамаг и лак, давай, берем. И в эту сделку мы не идем. Да. Я пока не хочу цепь ромить, мне нравится. Если потом понадобится что-то скинуть и заменить, то с удовольствием. Она будет первая в очереди. А пока все классно. Ой, какой маленький. Опуляется вообще, как нормальный такой взрослый черт. Так, что здесь? Ой. Подожди, это удар наносить, да? Ну это активка. А может надо было ее... Ладно. Как ненужную оставить. Прям столько предметов с обычного Айзека. Аж прям... И старого еще с реверсом. Ну, кроме пальца, наверное. А, ну хотя и глаз тоже новый. Ну что ж ты делаешь-то? А почему там три было этих? Почему три наводки было? Так. Бомба ключи. Ну давай, давай в магазин. О, паук. Паук. Классный паук. А, блин. Но я люблю паука. Ну, он не сильно нужен, я думаю. Так. Не хотелось бы сделку пропукать, но я уже. Классно, это так нелепо было. Все-таки эта цепь меня подставила. А, еще палец, да, бабахает. Неизвестная пилюля. Ем. Ай, блин. Ладно. Да что ж ты будешь делать-то? Ох уж эта цепочка. Мне тут еще умереть осталось, да? Откуда столько червей взялось? А эти парни стали очень быстро бить. Так, так, так. Фух. Еще кошмар какой-то. Иди-ка сюда, дружище. О, радужный червь! Меняет эффекты каждые секунду, там сколько-то секунд. Ладно. А палец-то так далеко достает, да? Интересно, от чего это зависит? Радиус действия пальца какой-то. Так, что у нас здесь? Герди.
А, скорость. Ну давай тогда мы. А, вот так вот. Так, мне надо. Ой. Так, я думаю, что вот это. Тогда жертвуем скоростью. Забираем обратно свои штуки. У меня нет здоровья. Круто, да? Один удар и все. И до свидания. Цепь руинит, точно. Цепь меня подставила. Ладно. У нас, как всегда, еще есть шанс. Синусик нас спасет. Ой, ты как-то там вот. Иди отсюда. О, подождите, у меня там была куча. А, нет, это на предыдущем этаже. Так, ладно, я думаю, тут надо взрывать однозначно. А всех трех взорвет? Да! Неизвестная пилюля, ешь! А, блин. Так, набираем ключей и идем дальше. Так, мы еще три предмета можем взять себе. Ох, бля, вообще повезло. Вау! Хорошо. Комната. Че там? Крип, который наносит двойной урон. Ну давай, давай. Похоже на что-то не очень приятное. Определенно. Классно, Айзек вызывает вообще эмоции всякие разные. Вот даже предметы некоторые такие детально порисованы, что прям такое. Ого, сколько ключей. А там все. Нет, не все ключи. Так, опять ты. О, я здоров. Хорошо. Вот это щедрость. Угоди, белое сердце. Белое сердце при переходе на этаж. Кажется, я уже обогатился. Выглядит неплохо. Вот, кстати, игра за порченного Айзека, или в данном случае за вот такого Айзека, залапанного, позволяет доказать то, что и с 8 предметами, хорошо подобранными, тоже можно проходить. То, что у меня за порченного Айзека там пройдено наверх, там, короче, какие-то прикольные уже места пройдены, даже какие-то ачивки получены. Длинный этаж у нас, длинный этаж. О, магазин, давай. Да, но в магазине какая-то фигня. Можно сердечко взять. Так, я вижу камень с крестиком. За 2 бомбы, наверное, да, придется. Да. Ну ладно, я не против. Здоровье точно не помешает. Интересно, а что там? Ладно, пойдем к боссу сходим. О, опять Герди. Только нормальный. Большой взрослый Герди. Блин, в меня тоже попало. Ауч. Как бы клево и не клево. Как-то я так. О, пошли к ангелу. О, как это будет работать? Блин, ну я хочу вот это взять. Это же можно взять?
Я все равно заряжаю. Ой. Мне нравится. Ой, что по диагонали-то? А-а-а! Ты меня сейчас убьешь просто, парень. Умри. Так, я же хочу к мегастане попасть. Я же крутой, типа. По-моему, клево. А, активка что, зарядилась, что ли? Блин, ладно. Так, ну, а что у нас тут? Размеры, спаун-пилюлю, скорость. Блин, монстр классный. Да, маг тоже хорошо. Нужна ли пилюльница нам? Может быть, вот эту штуку заролить? Как-то крип. Нафиг нам крип. Ой, айсик стреляет в выбранную область. Не, а он автоматически этот... Автоматически будет накапливать нашего монстра? Убрать-то я это не могу. Или взять Уоки из Конджоинга. Ну, я что-то со стика не хочу управлять. Блин, фигня какая-то. Ладно, давай парнишку. Лучше бы скорость взяла. Так, у нас там белое сердце осталось. О, я теперь летаю? Как так? А, это сам предмет дает. Так, что-то у меня свойство с шансом. Понизить. Ага. Да, я читала, что кубик еще может понизить качество предмета. Но я смотрю, у меня все что-то единички какие-то выпадают. Так. Ха. Класс. Маджишен. Ладно, погнали, забираем белое сердце и на следующий этаж. Маленький Уоки. Какой он хороший. Так, ну что ж, у нас есть один кусочек ключика. Надеюсь, нам сейчас откроется еще ангельская комната, чтобы попасть в мегастане. Надо же попробовать все. Ауч! Я что, такой медленный? А, да, я же скорость это пожертвовал. Скорости. Так, ладно, нам желательно не терять. Ой, как-то там любопытно. Фух. Лемон пати. Давайте устроим пати. О. Так, двойное срабатывание карт или зарядка? Charge Baby. Неплохо, кстати. Будет делать нам... Максимально две батарейки в комнате. Блин, ладно, пока я что-то... О, а, ну да, точно. А легкое монстр, оно сквозные пули, что ли? За что мне такое счастье? Хм. Неизвестная пилюля кушаем. Рейнчдаун. Черт. А, надо было их за лимон патить. Ладно, сейчас, погодите. Сейчас здесь устроим. Пати. Пейте сок. Лимонный лимонад. Так, у нас куча ключей. Что здесь?
Переролит что? Пьедестальные предметы на этаже. Не работает на ангельские и дьявольские комнаты. Подожди, а у нас еще не было золотой. Давайте посмотрим. Может, это даже вполне удачное решение будет. А, взять батарейку, потому что она третьего уровня, и получить какой-нибудь предмет второго. Да, неплохая идея. Ну да, пока весь этаж не пройден, пока не имеет смысла что-то ролить. Короче, пьедестальные предметы пока не берем. Вдруг что-то по уши выпадет. Здесь же как раз зарядец. Так, ладно. Эй! Неизвестная пилюля, кушаем. Спикдаун. Да куда еще медленнее? Меня уже все монстры догоняют и кусают. Ух ты. Так, хорошо, ладно, идем дальше. Что-то золотой комнаты нет еще. Хорош. Красиво было. Нет, монстр не сквозной. Это так получилось там, походу. А-а-а. Ну как так можно было? Девушка. О, ну это вообще качество ноль. Во, вот этим парням можно вообще пожертвовать на раз-два. Сражаться ли? Вопрос. Так шанс маленький у комнаты, но... Спиддаун. Все, мы уже знаем плохую пилюлю. Ух ты. Парнишка. Так, ну что, идем к боссу, да? У нас тут первый, да, Депс? Ладно, погнали. Йоу, сестер Вис! Так, трусики. Дуалити. Ну что ж за трешанина-то такая? Так, ну так. Актика-сипники. Так, ладно. Короче. Легкий тупеж позволителен. Надо скинуть карточку, а то она мешает. И от чего мы избавляемся? Хотя от Локи избавимся. Спамнит пилюлю. Шанс дропнуть красное сердце. Класс. Ладно. Нафиг. Что-то дичь какая-то происходит. У меня тоже такой же, с таким же звуком. Такой же спецэффект. Блин, монстр вообще так, кстати, неплохо делает. Ладно, вторую часть ключа добыли. Без тупежа не обходится, конечно же. Range up. Range up.
Ну, кстати, можно для монстра взять. Ладно, погнали творить дальше чудеса на этом этаже. Можно уже и сюда зайти. Что здесь? Ну как классно вообще. Все слезы летят куда надо. Так, короче, это сражение того не стоило, да? Так, у нас здесь попрошайка. Попрошайка мне не нравится. Так. Давайте попробуем. Так, вот это вот то, что с карточкой, конечно, прикол, да? Давай, бахаем бэбика. Мышиный бэбик. Мамин этот, да? Две тренички, да? У меня нет две тренички. Давайте мышиного. О, я как раз этот шарт нафиг сбила. Ну и хорошо. Так, давайте посмотрим, что у нас теперь там в золотой комнате. Как вы заметили, у меня свой стиль прохождения. Такая щепотка от топки, щепотка здравого смысла, щепотка непоколебимой логики. Вафля! Вафля! Вместо чего вафлю взять? Я люблю мышиного бэйбика. Revelation мне тоже нравится, кстати. Тупка наша все, точно. Давай вафлю возьмем. Дольше заряжается, да? Ну, мне нравится. Вместо пальца? Чё, палец фигня, да? Ну, давай вместо пальца. А чё с пальцем, кстати, делать? Или палец сломать? Ну-ка, давайте. Палец. Фингер единичку. Ну ладно, я не думаю, что оттуда что-то хорошее прям выпадет. Ладно, пошли. Пусть он останется здесь. Будет указывать, если что, на... На что-то будет указывать. Ладно, погнали дальше. Этаж с маминой ногой. Наконец-то. Это все не так просто, как кажется. Ломай, да, уже все. Мне нечем жертвовать было на том этаже. Что? Так, ну ладно, у меня это, два предмета уже есть. А я долго, я уже 36 минут только иду, а все иду, что-то иду куда-то. Мега сундук! Давай, сколько? Воу! Воу! Мест нет, да, мест нет. Подожди, а этот лечит дамаг, техсап? Мне кажется, вместо глаза можно бабахнуть. Ну, во-первых... Блин, а как это будет? Чёрт. Ну-ка, подожди-ка, вот так, ну-ка. Так, если я беру глаз и ломаю его...
Блин, а почему этот? Почему не тот? Подожди, я не то сломала, я не глаз сломала даже. Черт возьми, что я сломала? Машинного бейбика, черт возьми. Вот это подстава. Парик, который делает кучу пауков. Роль глаз, ага, конечно, я глаз это. Я глаз, ага, рерольного, ага, конечно, вон, видишь, что? Пожертвовала бедным этим. Черт возьми. Ах уж этот Дайс. Может, не стоило торопиться? Ладно, короче, у меня тут тупка, как всегда. Спектральные слезы или мамин парик? Куча пауков, это, конечно, хорошо. Жаль, что мушиный бейбик у меня сломался. Да, мушиный бейбик, все. Шот, спиддаун, рейндждаун, размер слез, ок. Забираю парик, ладно. Так. Ну ты глаз. Я хотела себе оставить классную штуку, а ты мне классную штуку не оставил. А где пауки? Что-то Revelation не особо, да? Хотя он что-то там проходит. Так, паук, кыш. У меня тут серьезные проблемы, между прочим. Я вроде глаз выбирала, у меня мушиный бейбик умер. А, пауки плодятся. Неплохо, неплохо. Карандаш. Хорош. Не знаю, что из этого всего выйдет, но что-то интересное точно. По крайней мере, ваши комментарии потом будут бесценны насчет всего этого недоразумения. Где что? О-о-о-о-о. А, долетел до меня, ну ты ж смотри, а какой. Какие жопки не нравятся вообще. Да ё. Как он дотянулся вообще до меня? Где лечиво взять? Мне надо полечиться, друзья. Давайте... Давайте делать мне сердца. Денежки тоже ничего. Подожди. Мне кажется, это уже к боссу куда-то, да? Да главное, чтобы не к смерти, ну ё. Кто вообще такую комбинацию прибыл? Если бы я летать не умела, это ж вообще кошмар какой-то. Пусть в магазине будет ничего. Стоп, а у меня что, открыта эта штука?
Так-то толку уже, честно. Какая-то карта. Возьмем карту. Класс. Сломанные часики. Блин, а что меня полечит? Вот как мне? Вот что меня полечит, ура! Куча денег и ключей. Еще парочку омега сундуков нам надо просто. Ой-ой. Парень, иди. Так, есть. Ладно, пойдем да зачистим комнату. А, здесь босс стоял. Монстр, так, а здесь? Ага, здесь некуда. А здесь? Паук. Паук. Динго. Динго. А здесь может быть секретка? Нет. Паунч. Ой, как клево, как клево. Мне нравится. А, корона или святая мантия? Защита на один удар или... Ну, блин, тут я все равно получаю удар, и тогда все. Так, корона прикольная. Давай корону возьмем. Так, у меня есть куча денег. Давай сердечки. А что, корона действует только, когда все сердца красные? А вот это подстава. Красный синдец дашь? Пожалуйста. А, я теперь не летаю, да? О, черт возьми, я больше не летаю. Ладно, синие сердца это хорошо, но мне красный надо. Дай красных. Или этот автомат вообще красных не дает, да? Сплошные синие. Стаместка. Беру. Интересно, какова вероятность, что с автомата я вытащу мешок с кровью? Давайте попробуем. Крайне мала. Вероятность крайне мала. Да что ж ты будешь делать? Что ж так не везет-то? Ой, спасибо, душа Айзика. Что мне с тобой делать? Нигде предметов не осталось. Денег тоже нет. Ну, хоть одно красное сердце. А, давайте посмотрим, что здесь. Сундук. Range down. Я нашел пилюлю. Нет эффекта. Денег нет. Душа Айзика, конечно, прикольная, но у меня нет денег. Я забираю с собой Magician, конечно. Карандаш следующий.
А, блин, я что-то... Я лечу, видите, я лечу куда-то. Без ревелейшена я уже не могу летать. Может, она тут? Нет, не тут. Ладно, пошли, пошли к мамке. Надо срочно полечиться. Привет, мамочка. Так, осторожно. Эй, лицо. Иди отсюда. И ты иди отсюда, и ты. Да что ж ты будешь делать-то? Ай-яй-яй, ну за что? Долго заряжаешь. Так, хорошо, хорошо. Кто там в следующий выскакивает? Давайте. Ей! Так, ну мы идем наверх. Я же не зря столько ключей собирал. Конечно, надо бы нам корону свою активировать, надо побольше красных сердец, и будет все отлично. Да, можно было в магазин, только я все деньги потратил. Тоже подумал про магазин, но деньги-то все. Хорошо свистишь, моя кокулька. Так она там след никакой не оставляет, тайный. Так, о, это был заряженный ключ, да? Это тоже маленькие монстрики. Монстро. А давай в какашках будет сердечко. Я с игрой договариваюсь, надеюсь, она будет благосклонна ко мне. А то что я корону взяла, а мощь короны. Не могу использовать. Ух ты. Давайте поиграем. Может, здесь будут сердца? Вообще просто жесть какая-то. Надо подальше от них держаться. Ну вот. Они самонаводящиеся. Блин, что такое медленное вообще? Фух! Фух! Хорош, а вот и деньги. Только мне тратить некуда. Ладно, погнали, что у нас тут? Может быть, попробовать найти кусачью комнату? Да ё! Меня убить хотите? Я вот как-то не хочу умирать. Неизвестная пилюля. Она просто как-то по касательной прошла, просто меня коцнула. Как-то нечестно было вообще-то. Так, есть сердечко, это хорошо. Ща, паук, мы тебя... Так... Ой, опять эти штуки.
Да успокойся ты. Мне сердец столько нет. Блин. Так, ладно. Кусачая комната, кусачая комната. Да я вообще пока найду. Пока найду, короче, еще и не дойду, да? А вот и комната. С пауками. Класс. Ладно, я тебя поняла, игра. Договориться не получилось. Тогда пошли к боссу. Ух ты, мама Гёрдь. Что с текстурами? Здесь не должно быть никаких шипов. Жестко. Да ё! ХПшка! ХПшка! Так, что в Англике? Парень, который стреляет. Свеча. Лететь по одной траектории. Или все будет сплющиваться. Давай. До свидания, карандаш. Пара-пауч. Так, мы полечимся. И заберем обратно этот. Все, пошла. Я пошла. Пошла дальше. Я слишком поздно читаю комментарии, походу. Так, ладно. Где бы нам найти сердца? Воу-воу-воу-воу-воу. Парень. Осторожнее. Похоже на секретку. Нет! Блин! Хорош, классно. Да блин, куда мне столько денег? Дайте мне сердец. Либо аппарат. О, парнишка. Дай ТП-шку. Не, ну это вообще просто. Вот все, что я думаю на этот счет. Да, он попал, он попал. Хорошо, что у меня пол повреждений. Я стрельнула мимо. Ох уж этот стик. У меня будет виновато все вокруг. Только не тупешь. Где бы сердец раздобыть? Опять мимо. Так, есть.
Боба. Да. Опа-на, вот она, хпшка. И полечила сразу, ура, отдай корону обратно. Моя корона. Так, камушки с крестиком, чуть не вижу. Вообще все плохо. Наконец-то у меня есть корона, смотрите, какие у меня будут слезы. Правда, если я получу урон, то все, корона слетит. И пока неплохо. Угу. Наконец-то. Черт возьми, как прикольно. Что меняем? Что сломаем ради... Так, а это у нас рейншап, да? Может, ну его. Парик? Паучочков? Давай паучочков. Ключ и костяное сердце. Второй предмет мамки. Да, он прям не сильно ты нужен. Давай. Давай возьмем. Мистичная бумажка. Мистичная бумажка. Мистичковая. Надо мы сейчас эту бумажку... Подожди, а если я бумажку уберу, то что у нас будет? Нет, костяное сердце осталось. Давайте попробуем, как вот эти вот слезы у нас отработают. Классно, он на какашку сел, а? Ага, парень, который хочет денег, и парень, который хочет сердец. Ты серьезно? Два боба на этаже. Ну что это такое? Так, ладно. Блин, это вообще огонь, кстати. Так, а у меня там целая и есть еще половинка. Попробовать с парнем поторговаться. А что он мне может такого предложить? Я так не хочу ничего менять. Ничего не хочу менять я. В этом пуле предметов. 8 предметов. 8 клевых предметов. А, да, что, серьезно? Вот, блин. Что ж ты раньше мне не сказал? Не обязательно за счет предмета куб чинить. Ё-моё. Можно его заряжать, да. Вот зачем зарядка нужна. Ладно, ладно. Хорошо, что хоть под конец игры я об этом узнала. Сама не догадалась, кстати. Да, ну это, ну куда? Стоп, стоп, стоп. Половинка и половинка. Так, хорошо. Вернули нашу корону на место. Куда все камни с крестиком попрятаны? Белое сердце, хорошо, надо не забыть.
А вот и камень с крестиком. Хорош. Так, а что там за... А, таблетка неизвестная. Я больше... О, вот это так не люблю вообще. Это кошмар. А, о! А я жду, когда раскроются шипы. Я люблю маленьким быть. Мне нравится. Там большой кажется, что он неповоротливый. Ну, привет, Эклипс. Надеюсь, у меня... Ай-яй-яй. Даёшь, промазал. Так, не сломай сердце. Я жду большой, мне кажется, неповоротливым, хотя все нормально, вроде бы. Вроде бы у него все в порядке с... Блин, я как будто не успеваю вообще. А-а-а, все сломал мне сердце. Музыка прикольная, а у босса оказывается. Ух ты! Комната ангела. Ух ты! Ух ты! Так щедро. 25 монет. 25 монет. Еще больше денег. Фу, хорошо, что ангела не взорвал. Мне вот это не надо. Опа. О! Tears up, shot speed up. Может, вот так вот? Так, еще, кстати, можно... Монетки взять, но оставить здесь. Корону дай. Корону отдал быстро на место. Да. Не, не хочу линзы ролить, они такие классные. Почему он... А, все, я поняла. Так, PHD. Да толку? Все пилюли хорошие. Ага. А, Full Health, да, будет? Если одно сердце останется. А, нет, это же с бэт-трипом такое. Ладно. Мы жертвуем вот этим. Давай PHD разобьем. Ой, ну... А, что такое? Что за дичь? Давай вот так возьмем и пойдем. Пошли. Так, у нас что там было? Белое сердце. Забираем и валим.
Да, у меня такое, наверное, сосредоточенное было сейчас лицо, такое задумчивое. Я обдумывала, что же делать дальше, что оставить, что взять. Узнаем только в конце, пойду я или нет. Так, ну нам наверх. Наверх, через Айзека, сундук, к Мегастане. Статы, да, уже все. Уже все. Проигран. Так, классно. Есть черное сердце. Это мне нравится. Ну, пошли направо. Хорошо. Слышь, горшок. Даю. А, пауки, блин. С горшков пауки высадились. Так, стамеска пока хорошо. Спавнит сокровищница. А, в сокровищнице листок. Ну, уже все, какая сокровищница. О чем вообще говорить? Прикольно, они там, когда огонек делают, и те парни, свечки. Такой звук был прям. Классно. Внимание к деталям. Саунд дизайн. Щедро положили сердце, потому что это тупик. Ладно, прощаю, прощаю тупик. Тут вряд ли что-то будет, там, наверное, тоже тупик. Пошли вниз. Догнала меня все-таки. Я-то думала, не догонит. Ух ты! Классно. Так, парнишка. Только один умер. Так, все мухи теперь на меня полетели. Ой. Ты тут забыл. Да ё, ты забыл меня ударить. Блин, денег прям вообще немерено. Куда их девать? Что здесь? Давайте попробуем. Здоровье, это хорошо. Парень не нравится. О, я там одного скелета, по-моему, примочила. Так, белое сердце мы заберем. Главное не забыть. А нам в итоге оказалось-то вот сюда. О! Здесь тоже положили сердечко. Так, а здесь тоже положили, но не синее. Так, наверх. А, это я же думала, что ты умер. Горшком меня запрыгнул. А,
блин, медленно, слишком медленно. Если я слишком медленный, как мне там с мегастаной там мочиться, если... О, хпшка. Но пустой контейнер. Пошли поднимать сердце. Так, и не забыть еще про белое сердце в конце. Хотя, может, не надо. Айзек против Айзека. Это я зря, конечно, получила, да? Урон. Ну, тоже неплохо, ладно. А, классический стандартный урон, 3,5. О, это как? Ауч! Айзек, ты чё? Я же Айзек. Так, спасаемся. Так, ну конечно, надо полечиться. Хорошо, что там есть сердечко, есть белое сердечко, есть красное сердечко. Фух. Так, бабах. Забираем корону с нами. Так, сердечко. Подожди, что... А, монетка. 77, класс. Пусть будет на удачу. Так, вот наше белое сердце. И погнали в сундук. Мне нравится звук, с которым разбиваются эти кристаллики. Монет истины. Что? Ох, вот это да. А как это будет выглядеть? Как вот это будет выглядеть? Долго и нудно. Или классно и здорово. Давайте посмотрим. Долго, очень долго. Я не успеваю просто. Давайте походим на этаже, посмотрим. Ну же вообще выносит просто. О, хпшка. Не, ну мне больше... Или надо? Кто знает. О, золотая бомба. Да, блин. Слишком долго. Слишком долго. Давай, сало. Ой. Я вообще-то думала, что я полечусь. Так, можно здесь оставить Magician.
Ага, Android. Так, походу, надо избавляться от этого парня. Вот, от Полифемуса. Слишком долго он. Так, ладно, давайте возьмем. Минус 25% урона. Давай Холи Манту возьмем. Возьми. Вот это было неожиданно. Ого, смерть с красными глазами. Класс. Че я тут где-то сейчас останусь, да? По тупке своей. Даю. Ну наконец-то. Даю. Нет, умри. Пожалуйста. Подружески, брат, давай. Боль. Какой мега сатана. Я тут это пройти не могу. О, чувство здоровья вообще не восстановлю. Никакого. Меня слишком медленно, просто меня догоняет. Секретка. Да, у меня, кстати, есть надежда на суперсекретку с кучей сердец. Такой тоже может быть. Дай её. Плак, плак. А, опять вы. Да блин, ну это ж невозможно. Иди. Жесть, вот это жесть.
Сука! Вауч! Вау! Да, точно надо корону мочить. Так, где у нас там наши прекрасные предметы? Ломай корону. Опа! Блин, да! Неужели? Лечит. Блин, надо сначала... Ух, Элс. Да, давай. Может быть, игра дает мне шанс. Где ж ты, босс? Я тебя еще не нашла. Чего я такой медленный вообще? Это вот сало я, наверное, съела, да, в надежде полечиться, и он меня замедлил. Такое ощущение, что так и осталось прямо. Так. Надеюсь, это к боссу. Не к этому. Ой. Ой! Я хотела кинуть бомбу, это спуга, короче. Ешь! Еще! Еще! Накормила Чаба тремя бомбами. Так, надо кубик этот зарядить, и чтобы он мне тут не мешал. Давай вот тут вот. Опять ты даю. Ща, да, ща монстра скинем. Да ё, да не сердца, а монстра надо скидывать. Ваш. Без комментариев. Так, пошли поменяем. Монстра сейчас уберем, посмотрим. Советуют убрать монстра. Надоело заряжать, у меня аж уже палец болит. Всю игру заряжаю, давай возьмем. Грехов. Пошли попробуем так. Скорость стрельбы вообще маленькая. Деньги забираем. Могу понять, лучше, хуже. Как там один удар был такой прям. Правда, заряжать приходилось. Блин, вот бы скорость стрельбы повыше. Они подсамонаводятся, да? Давай. Айзик, Айзик. Айч. Да что ж ты будешь творить-то, а? Ну, Айзик. Хорош меня пулять. Давай, зажми его там. Ой, какой молодец вот этот вот грешок там. Ура! Так, хорошо. Но это еще не все. Давай. Давай вот так. И вот так. Надеюсь, получится хорошо. С таким набором. Ладно, погнали.
Четкий, да, все уже четко. Уже четкий сделали четко. Мега сатан. А, надо было зарядить. А, ладно, хочешь уже. Главное, Айзика завалили, а там. Мадище точно. А где обещанный вольт ее? Я думала, там будет разряд. Или это с этими соединяется только. Да, надо было четкий брать, как металлом. Я что-то подумала, что будет электрозаряд пролетать. Или там есть шанс. А, есть шанс. Я вас понял. Долетает там хоть до него немножко. Может роллить прям тут. Процентов урона наносит, кстати. Да, тоже думал, уж заролить, а. Что-то поспокойнее обстановка будет. О, вот только вот не вот этот вот. Да ё! Ауч! Да хорош! Так, ангелы пошли. Следующая фаза. Давай, самонаводись и уничтожайся. Да ё, как этого избежать? Ух, я не знаю, как я это сделала. А, жесть какая-то. А, у меня наушник выпадает из уха, ладно. Ничего страшного. Так, вот это более-менее понятная атака. Что ж я? Получилось, ах, делириум не открылся. Ну да, круто. Все-таки получилось, ура. Значит, выбор предметов был верен. Это, короче, все так и было задумано, друзья. Именно вот такой вот сет, такие страдания и мучения. Ну, вот так, да. Всем спасибо за просмотр этого видео. Лукасики жду от вас, комментарии жду от вас.
подписывайтесь и в группу, и на YouTube, и заглядывайте в магазин. Все ссылочки есть в описании. И пока-пока!